Открылась регистрация на лыжню России. Большой всероссийский праздник пройдет 10 февраля в 21 муниципалитете округа. Центральный старт состоится в Ханты-Мансийске в Центре зимних видов спорта имени Александра Васильевича Филипенко. Для участия в массовом старте необходимо пройти регистрацию на сайте Югра Мегаспорта. Дистанция составит 2 километра. Важно помнить, что карточка участника массового забега недействительна при выступлении в спортивных забегах. О них, к слову, пойдет речь дальше. Здесь для регистрации необходимо иметь хорошую физическую подготовку, медицинскую справку, паспорт или согласие родителей на участие. Соревнования пройдут в 7 возрастных категориях, а дистанции составят от 1,5 до 5 километров.